Красивые здания, тенистые улицы и уютные площади – это главная достопримечательность Одессы. Правда, некоторые из них уже давно не радуют глаз. Есть ли способ остановить разрушение домов и хаотичную застройку города? Одесская архитектура переживает не лучшие свои времена. Желание спасателей, ресурсов для реставрации уникальных зданий у городской власти, увы, хватает лишь на несколько домов, имеющих историческую ценность. Сегодня большинство зданий в центре города опасны как для их обитателей, так и для пешеходов, которые проходят рядом с, казалось бы, охраняемыми объектами. Сколько почета и уважения к истории в руинах Довалановского спуска. Уже известный многим одесситам дом Бенедетто на Торговой, типография Фисенко, находящийся в реанимации с 19-го года дом Либана, свою порцию внимания получили. А сколько еще таких объектов, требующих помощи, спасения от уничтожения временем или от застройщиков современными запросами? Архитектура – это музыка, застывшая в камне, да, и не зря в свое время те же масоны, например, очень большое время внимания уделяли именно архитектуре. Это то, что можно транслировать человеку вне зависимости от его знаний, вне зависимости от его способностей читать на том или ином языке. Это то, что человек видит, то, как он воспринимает наш город. Когда вы приезжаете во Францию, в Италию, в Германию, не зная языка, да, вы гуляете по городу, и впечатление о городе у вас создается на уровне атмосферы. Вы видите то, что вас окружает, да, и неважно, сколько вам лет, есть ли у вас высшее образование, способны ли вы те или иные языки понимать. Вы это видите, вы это впитываете, и таким образом вы познаете этот мир. Искать здания, требующие внимания, нам помогала Катя. Прогулки по Одессе неизведанными уголками города любят не только туристы, но и сами одесситы. Водить на экскурсии наши гиды привыкли в самые красивые места. Но порой не успеваешь заметить, как витражи с необычным узором превращаются в пластиковые окна. А лепнина на фасадах продолжает стремительно исчезать. В некоторых забытых городах местах или удачно отданных в частные руки объектах мы успели побывать. Оранжерея Морозли построена в 1880-х годах. Архитектор Клейн над ней работал. Это было уникальное сооружение по тем временам. Оно было уже оборудовано, например, паровым отоплением. Чтобы вы понимали, далеко не все здания в Одессе тогда были оборудованы паровым отоплением. Здесь уже был собственный водопровод. Опять же, на тот момент в Одессе собственный водопровод имели, наверное, только там какие-то самые лакшери здания или фешенебельные гостиницы. В своем студенчестве, это лет 15 назад, мы с друзьями здесь еще лазили, мы ее обследовали, у меня есть фотографии того периода, то есть допуск самой оранжереи был еще открыт. Сейчас здесь вот обережная небезопасная зона, сейчас это все уже огорожено. Восстановить это, я думаю, уже не представляется возможным. Именно так, скорее всего, оценят состояние оранжереи те, кому вы придете с вопросами, да, и несмотря на то, что в свое время была полностью автономная оранжерея, обеспеченная всем необходимым, сейчас от нее остались не более чем руины. Мы теряем не просто здание, мы теряем то, что можно показать приезжающим к нам людям. И в итоге сужение вот этих туристических точек Одессы, которые вызывают интерес, они просто повлекут за собой обнуление Одессы как туристического центра, и люди продолжат ездить сюда просто на море, и мы останемся с нашим вот коротким летним сезоном, да, хотя экскурсии по вот таким локациям можно и нужно проводить и вне сезона. Проблема разрушения зданий – это не только про возраст конкретного объекта, но и про неумелый уход. Сегодня даже жилые дома в историческом центре превратились в локации для фильмов ужасов. Богатую историю тут за потрескавшимися стенами не рассмотреть. Недосмотр со стороны органов государственных и, опять же, умышленное, считаю, недосмотр со стороны собственника или пользователя, который, как всегда, по каким-то данным находится почему-то за рубежом, а здание находится в Одессе, это как раз вот фабрика мороженое, да, часть фасада, которая сегодня обрушилась. И вместо того, чтобы привлечь к ответственности, профильное управление говорят, ну, мы найдем этого собственника, чтобы он разобрал часть фасада. Ребята, вы что? Памятник архитектуры предлагаете продолжать разбирать. Может, вы заберете в коммунальную собственность и сделаете что-то там хорошее, вообще какое-то городское там, пространство, да, социальные какие-то социальный объект из этого здания.
Надо понимать, что мы вообще находимся, да, на такой достаточно интересной и специфической улице, улица Старая Портофранковская, в свое время бывшая границей той самой знаменитой одесской Портофранко, имеет свою специфику. По стороне, по которой мы с вами идем, здесь расположены жилые дома, а если мы посмотрим на противоположную сторону, на квартале между Старая Портофранковская и Мечникова вы не найдете ни одного жилого здания. И вся застройка начинается здесь уже после 1880-х годов. Ну, собственно, потому что долгое время это была та самая граница Портофранко, здесь был ров и все как положено. А женская гимназия в этом здании просуществовала недолго. В советское время здесь тоже было учебное заведение, которое, кстати, заканчивал сам академик Королёв. Здесь работала мама моего одноклассника на этой фабрике. И я помню, ну, не потому что она тут работала, я, в принципе, помню это замечательное мороженое, я думаю, что его помнят многие. Была упаковочка с медвежонком с белым, и это был белый пломбир в шоколадной глазури, достаточно вкусный, но моим фаворитом было плодово-ягодное. Это прям было вау, супер. Я, кстати, не знаю, почему закрылась фабрика мороженого. Мне кажется, в курортном городе фабрика мороженого достаточно прибыльное предприятие, но это уже мои догадки. Возможно, были на то причины. Стандартная схема доведения здания до состояния разрухи, не знаю, там... Понятно, что опросив сейчас огромное количество людей, которые вокруг нас находятся и ежедневно под этим зданием ожидает транспорт или мимо него проходит, в большинстве своем мы услышим ответ, что, конечно, чего в центре города стоит эта развалюха, давайте что-то здесь сделаем, построим. И никто не задумывается о том, что есть всемирная практика сохранения таких огромных зданий. Это те территории, которые здесь не хватает, как выставочных павильонов, как каких-то конгресс-холлов. Защитников архитектурного наследия в последние годы, а то и пару месяцев, развелось достаточно. Становиться главными героями новостных сюжетов, буквально паразитируя на одной из главных проблем города, не прочь многие. Даже те, кого одесситы знают как чуть ли не основных хранителей памяти истории старых домов. А наговорившись вдоволь от высказываний на камеру, отказываются. Очередной кусок отваливающейся лепнины от грустного поста в Фейсбуке так и быть еще немного на месте продержится. Но тех, кто искренне верит в вызволение одесской истории, благо намного больше. На такие объекты, которые, возможно, приобретаются частными лицами, заключается охранный договор. Охранный договор подразумевает, что лицо, которое приобрело в собственность, либо которое пользуется таким памятником культурного наследия, должно заботиться всеми силами сохранять его внешний вид, в случае необходимости ремонтировать, но в рамках, дозволенных рамках. В большинстве случаев такие охранные договоренности можно увидеть только на бумаге. Стороны соглашения к их исполнению переходить даже не планировали. Более того, при любых работах на объектах в историческом центре застройщик должен получить разрешение управления культурного наследия Одесского, обл. Или горсовета, в зависимости от того, в чем подчинении находится здание. По словам юриста, на практике о наличии разрешения забывают, потому о законности проведения работ говорить не приходится. Как только делается проект реставрации, люди считают, что вот здесь мы пустим, а здесь наша собственность, а вот балкончик нам еще сделайте, а государство говорит, извините, а вы же кричали до этого, что балкончик ваш. То есть есть неурегулированность в вопросах, связанных с имуществом. И если такая проблема есть, она не одно уже на десятилетие стоит, то этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. И самая главная беда, что не проходит порой целостная реставрация, не проводится анализ объекта. То есть, если собственник или пользователь здания памятника, или даже не памятника, но старинного объекта, провел какие-то перепланировки, ну, предположим, убрал несущую стену. Нету согласованности в действиях тех, кто живет внутри здания, с теми, кто занимается, скажем так, фасадной, экстерьерной частью. Мы же должны понимать, что фасады – это не только лицевая часть, да, фасады – это и балконы, это и крыши, если иногда обчитали бы все стороны этого процесса нормы, они бы знали, что фасад заканчивается в коньке кровли. Да, то есть, а у нас считается, что вот дошли до карниза, и на том надо остановиться. Еще одно здание с очень сомнительным будущим и с очень классным прошлым – завод шампанских вин «Редерера». В Одессе два завода шампанских вин, не все это знают. Одесса вообще в свое время такая прям алкогольная столица юга.
тогда Российской империи. Вот этот завод шампанских вин открывается в 1898 году. Его открывает человек по фамилии Эрдерер. Если вы будете читать Ильфа и Петрова внимательно, вы вспомните сцену, фильм-то, я думаю, точно все смотрели, когда Киса пригласил вот эту студенточку в ресторан, и сильно ему хотелось заказать всего, а в итоге там было одна или две сосиски, да, там, в общем, на все деньги и водки. Так вот, у классиков, у Ильфа и Петрова есть описание, что он на данный момент хотел быть с этой молодой девушкой в Париже и заказывать всякие редереры. Редереры в свое время это было синоним шампанских вин. Это уникальный завод шампанских вин, куда изначально все привозилось из Франции. Даже вот мюле, вот эта проволочка, которая закупоривается, бутылка, она тоже привозилась из Франции. Бутылки, пробки. И первое время, когда не было возможности еще здесь иметь нужное количество сырья, да, ну, виноградники, они же растут, не сразу дают вам урожай, то и сырье привозилось из Франции. И здесь в свое время была даже резиденция Жукова, когда он приезжал в Одессу. Да, здесь очень много всяких интересных деталей. Экскурсии на завод перестали проводиться уже достаточно количество времени, как и завод признан убыточным, и, насколько я знаю, даже появлялась эта информация в открытых источниках, территория передана в долгосрочную аренду тому застройщику, я не боюсь сейчас кого-то назвать неверно, да, который занимался застройкой жилмассива Радужный. На 49 лет долгосрочная аренда, ну, классическая схема для застройки территорий, подчеркивалась властью, что без изменения назначения. То есть, что здесь будет продолжать оставаться завод, но возникает у меня диссонанс. Если завод убыточный, то зачем застройщику завод? Вряд ли он будет здесь высаживать цветы и поддерживать вот этот роскошный парк. Заполучить памятник архитектуры не так-то просто, но для тех, кто очень сильно этого пожелает, преград практически не существует. Помимо уже ранее рассмотренных способов, есть еще один нехитрый прием, но он касается не всего здания, а конкретно его части – чердачного помещения. Чем опасна схема выкупа чердачных помещений, их перестройки? Тем, что, как правило, при выкупе чердачных помещений и перестройке этих помещений в жилые или там офисные, развлекательные, площадь чердака значительно увеличивается, высотность дома увеличивается на тот самый мансардный этаж. Мы это можем наблюдать даже на примере дома Навроцкого прямо возле оперного театра. Да? Славная известная мансарда Шмуклера на Приморском бульваре тоже никуда не делась. Проблема в том, что, это меняет исторический облик здания, то есть, если мансарда не предусмотрена, то она не предусмотрена, и памятник архитектуры часто проигрывает от появления мансарды. Б, мансарда утяжеляет здание, и Одесса, город, который стоит на достаточно мягком грунте, город, который построен из очень мягкого ракушника, далеко не всегда готов выдерживать дополнительную нагрузку сверху. На данный момент Одесский горсовет, например, с чем я сталкивалась, оформляет право собственности на себя, на такой чердак. И, соответственно, это позволяет ему отчуждать впоследствии эти чердаки, а там, чтобы вы понимали, это 1000 квадратных метров. Перекрытие на таких чердаках обычно рассчитано на те несущие конструкции, которые заложены вообще по строению, то они не являются, ну, скажем, надежными. И поэтому устройство любого вида стяжек невозможно. Это сразу же приведет к разрушению этого дома, что мы видели на Французском бульваре. Юридически самостоятельно восстановить здание – задача из разряда миссии невыполнима, особенно если объект является памятником архитектуры. Есть определенные нормы, по которым не все строители могут проводить ремонтные работы. Для этого необходимо наличие лицензии и согласование работ. Очень часто одесситы сталкиваются с тем, что у них рухнул балкон или подозрительно плохо держится карниз. Однако вернуть все как было проблематично. Люди готовы и хотят отремонтировать, но им не позволяют. Несмотря на это, жители старого фонда по максимуму стараются воплотить то, что исправить в их силах. Мои любимые примеры – это, наверное, абсолютно чудный мистер Джерри по улице Гоголя, который, вопреки всем соседям, которые против, продолжает понемногу восстанавливать свою парадную. Он уже ушел далеко от восстановления, у него там уже свой мини-музей. Да. Но это в любом случае показывает неравнодушие. Да? Поверьте, таких парадных очень много. Просто парадная мистера Джерри максимально богато декорирована и из-за скандалов, связанных с ней, максимально известна. Сейчас появляются проекты, уже бизнес-проекты, да, которые
ценят старину. Я думаю, что, опять же, очень многие слышали историю помещения на Льва Толстого 5, где от времени упала штукатурка, и на фасаде здания открылась старая вывеска. И Анатолий Изотов был привлечен, одесситы собрали деньги, вывеска была отреставрирована, оказалось, что в здании находилась старая аптека, и в аренду это помещение взял человек, который всю жизнь мечтал о кафе с историей, и теперь его цель — это создать там, они уже открылись, его цель — создать максимально аутентичный интерьер, там сняли 4 слоя пола, чтобы добраться до тех самых досок, по которой ходил тот самый аптекарь Лебензон, и сняли штуку турку, собирают он сейчас все артефакты вот периода 1900-х годов, чтобы сделать эту аптеку максимально аутентичной. Жители старых двориков, которые, по мнению очень активных комментаторов, особенно в интернете, да, являются клоповниками, в беседах со мной, когда я вот просто там, да, гуляю по каким-то новым дворикам, находя материал, говорю, как вам тут живется, не боитесь ли вы застройки? Все говорят в большинстве своем одно и то же. Вот оставьте нас, отреставрируйте нам крышу, водопровод. Мы не хотим отсюда уезжать. Нам в кайф этот стиль жизни, и мы готовы максимально поддерживать это все настолько, насколько возможно. В большинстве практических случаев в период скупки квартир старого фонда застройщикам жильцам поступают предложения о переселении, предоставлении квартир в новом доме. По словам юристов, зачастую такие дела заканчиваются отселением людей на окраину города, где нет тех условий жизни, к которым они привыкли. Соглашаться на подобные предложения можно только имея на руках определенный пакет документов, подтверждающих законность сделки. За несколько часов прогулки объять все здания, которые нуждаются в реставрации, невозможно. Мы показали вам лишь часть того, что брошено и забыто. И, судя по всему, еще не раз пройдемся по улицам, где своей незавидной участи грустно ожидают старинные фасады. С правой стороны от нас памятник архитектуры. К сожалению, уже стемнело, а так, в принципе, было бы видно, город к нему никак не относится. Здание, построенное в 1890-х годах, как чайразвесочная фабрика для Смирнова. Затем в 1910-м выкупается Высоцким. Интересно, что чай Высоцкого до сих пор существует, этот бренд, в Израиле. Высоцкий эмигрировал, и бренд свой с собой увез. Чем интересен бренд чая Высоцкого? Это один из самых старых чайных брендов, в принципе, вот, Российской империи. Так точно, он организован в 1849 году в Москве. В Одессе его уже не найти. Ну, разве что в старых рекламных объявлениях, в старых жестяных коробочках. Но в свое время была даже частушка: «Россия Троцкого, чай Высоцкого, сахар Бродского». Вот. Фабрика чайразвесочная потрясающая с точки зрения архитектуры, но за спиной еще целый квартал. Да? Одесситы, наверное, многие помнят, там родился тот самый театр на Чайной в этом квартале. Все потому, что здесь тоже были чайные склады, чайные фабрики. И тоже вот как раз вопрос застройки, когда что-то приходит в негодность, в упадок. Да? Была попытка там сделать театр на Чайной, какие-то такие арт-пространства. Вот. Ну и в итоге все-таки все это ушло под новую застройку. Как вам кажется, учитывая такую быструю, скорую застройку, сколько лет у вас осталось на работу гидом? Да, я уже шутила сегодня с супругом, что мне годика 2-3 можно продержаться, да, и потом, в принципе, моя работа сведется, наверное, к каким-то лекциям, лекториям. Ну, хочется с оптимизмом смотреть в будущее и все-таки надеяться на то, что останутся уголочки Одессы, которые можно будет показывать. Но, пока, честно, если мы такими шагами движемся касательно там застройки города, то это вроде как и смешно, да, но очень грустно. Я думаю, что лет через 5-10 уже будет очень сложно показать вот ту Одессу, за которой многие едут. Туристы, приезжающие в Одессу, бродят по улочкам в поисках известного всеми колорита. Радушие и открытость одесситов, романтика старых двориков и богатая история. Пока держаться приходится за счет совокупности нашей обветшалой архитектуры и харизмы, прикрывая все недостатки пародий на одесский говор. А новостей о новом обвале ни читать, ни писать не хочется. Татьяна Барумбей, Константин Нищерет, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».